Ложное, искаженное догматическое сознание не менее опасно для духовной жизни, чем полное его отсутствие. Искажение вероучения в христианском богословии получило наименование ереси. Слово «ересь» происходит от греческого «хаэсис», что значит «выбор» или «предпочтение». По своей сущности ересь представляет собой предпочтение части истины целому. В результате одна из граней духовного опыта вырывается из общего контекста и возводится в абсолют. Как правило, ересь связана с рационализацией вероучения, стремлением изгнать из богословия момент тайны, подменить опытное знание Бога отвлеченным знанием о Боге, сделать истину веры вполне доступной для человеческого рассудка. С православной точки зрения любое погрешение в вопросах вероучения есть ересь. Поэтому, согласно православному каноническому праву, еретиками являются все вообще неправославные. Не следует думать, что ересь – это есть результат чисто теоретической ошибки, теоретического заблуждения. Практически всегда ересь является внешним выражением повреждения в самом строе духовной жизни. Однако, будучи выражением ложного духовного опыта, еретическое учение обладает и обратным действием. Усвоенное человеческим сознанием, оно неизбежно искажает и саму духовную жизнь, в большей или меньшей степени препятствует соединению человека с Богом. Преподобный Силуан Афонский предупреждает: догматическое сознание органически связано со всем ходом внутренней духовной жизни. Измените в своем догматическом сознании что-либо, и неизменно изменится в соответствующей мере и ваш духовный облик, и вообще образ вашего духовного бытия. Например, повреждение учения о Христе неизбежно приводит к искаженному представлению об образе совершения Богом нашего спасения, а следовательно и о путях достижения спасения человеком. Примером того, как незначительные на первый взгляд повреждения вероучения способны деформировать духовную жизнь огромных церковных сообществ, могут служить Римо-католичество и особенно многочисленные направления современного протестантизма. В первые века исторического бытия Церкви вероучительные истины, являясь непосредственным обобщением живого опыта, не имели умозрительных формулировок. Однако, когда начали появляться ереси, Церковь, движимая заботой о духовном здоровье своих чад, вынуждена была установить пределы истины, определить границы религиозного опыта, указать ту черту, которая отделяет истинное церковное учение от ереси. Таким образом и появились догматы. Поэтому в определении катехизиса указывается, что это есть наставление именно в православной вере, то есть в истинной вере, свободной от каких-либо еретических искажений. Христианство всегда было чуждо какого-либо гностицизма, и приобретение богословских знаний никогда не рассматривалось Церковью как самоцель, ибо знание и вероучение, даже самое точное и глубокое, само по себе не спасает человека, не приближает его к Богу. По словам Владимира Лосского, христианское богословие в конечном счете всегда только средство, а христианская теория имеет значение в высшей степени практическое. Вероучительные истины, в первую очередь догматы, суть духовные ориентиры, в соответствии с которыми мы можем правильно организовывать нашу религиозную жизнь, приобретать духовный опыт, сохранять его от возможных искажений. Таким образом, вероучительные истины совершенно необходимы для благоугождения Богу и спасения души. Иными словами, они имеют сотериологическое значение. Слово «сотериологический» происходит от греческого «сотерия» – «спасение»,
сотериологически буквально означает «имеющий положительное отношение к делу спасения». Святитель Кирилл Иерусалимский именно поэтому называл изучение догматов величайшим приобретением. Можно сказать, что догматы веры являются фундаментом духовной жизни. Любые попытки выстроить здание своей души, которые не основываются на прочном догматическом основании, подобны строительству дома на песке. Приобретению человеком четкого догматического сознания служит катехизическая литература. Первоначально научение истинам веры осуществлялось из устно. Основанием для такого научения служили достаточно краткие символы и исповедания веры. Позднее стали появляться более пространные изложения вероучения катехизиса в современном значении слова. Среди авторов катехизисов были известны отцы и учители церкви. В православной церкви большим авторитетом пользуются огласительные слова святителя Кирилла Иерусалимского, 4 век, большое огласительное слово святителя Григория Ниского, та же конец 4 века, катехизис преподобного Федора Студита, 9 век. На Западе широко было известно руководство для Лаврентия, составленное в начале 5 века блаженным Августином. Помимо авторских книг, существуют катехизические произведения, где изложение и истолкование вероучения предлагается от лица церкви, а не какого-либо частного лица. Такие книги, имеющие большой авторитет, иногда называют символическими книгами православия. К их числу относятся, во-первых, православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной. Оно было составлено в 1640 году при активном участии киевского митрополита Петра Могилы. Исповедание было утверждено восточными патриархами в 1643 году. В русской церкви это исповедание было принято в 1685 году при патриархе Иоакиме и в 1696 году уже при патриархе Адриане. Это решение было подтверждено, а само исповедание было рекомендовано в качестве учебного пособия. Затем изложение православной веры Восточной Церкви. Более известно у нас как послание патриархов Православно-Кафолической Церкви о православной вере. Оно было составлено Иерусалимским патриархом Досифеем и в 1672 году одобрено архиерейским совещанием в Иерусалиме. В 1725 году оно было одобрено 4 восточными патриархами, и тогда же к нему присоединилась и русская церковь. Эти изложения в основе своей, несомненно, православны. Однако нельзя не заметить, что авторы их сами были не вполне свободны от влияния западного латинского богословия, что и проявилось в некоторых частных положениях. Очевидно, что ни исповедание, ни послание не могут иметь неприходящего общецерковного значения, как, например, догматические определения Вселенских соборов. Несмотря на то, что они сохраняют для нас значительный авторитет, это не более чем исторические памятники догматического характера. Для русской православной церкви особое значение имеет пространный катехизис православной кафолической восточной церкви, основную часть которого составил святитель Филарет Дроздов. Однако этот катехизис не следует рассматривать как авторский. Во-первых, он подвергался редактированию. Во-вторых, этот катехизис был единогласно принят Святейшим Синодом Русской Православной Церкви и утвержден императором. Эти решения до сих пор никем не были отменены. Фактически, пространный катехизис выражает позицию всей русской церкви XIX столетия. По своему богословскому уровню пространный катехизис выше, чем православные исповедания и послания восточных патриархов. В XX столетии появилось большое количество авторских катехизисов. Например, катехизис епископа Александра Семенова-Тяншанского, катехизис протоиерея Владимира Глинского,
семейный катехизис «Жив Бог», составленный группой православных христиан во Франции, «Основы православия» протоиерея Фомы Хапко и другие. Однако ни один из них по степени своей авторитетности не может быть сопоставлен